Друзья, всем привет! Сейчас буду кушать. И, короче, смотрите, что у меня: суп с куриными сердечками. Вот такой вот суп. Вот куриные сердечки. Вот они. Такие вот, видите, куриные сердечки. Давайте поближе вам покажу. Вот. Суп, короче, с куриными сердечками. Вот так вот оно. Видите? Куриные сердечки, сколько их тут, сколько тут их много в супе. Вот, добавил я майонез в суп и буду сейчас кушать. И с супом буду есть еще у меня вот такой вот чеснок. Вот такой вот чесночок. Вот, в общем, друзья, если вы сейчас тоже кушаете, приятного вам аппетита. Давайте покушаем вместе. Такой вот, смотрите, красивый супчик. Супчик, супчик. Чеснок. Обожаю суп с чесноком. Такой вот чесночок. Вот, друзья, куриное сердечко. Вкуснятина. Блин, конечно, домашняя еда это самая лучшая. Сердечко куриное. Классно, такой суп офигенный, друзья, вкусный. На пятерочку.
Да, классно, суп с куриными сердечками, вкусно. Но мне еще вообще нравится вот с куриной печенью суп тоже. Тоже офигенно. Куриные потрошка, куриные сердечки. Не, офигенно вообще, такой суп офигенный. Все, друзья, всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. На комментарии постараюсь каждому ответить. Вот, будем с вами общаться. Ну и всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Все, друзья, увидимся.